Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, и добро пожаловать на Лайков Геймс. Продолжаем прохождение нашей замечательной игры Лего Гарри Поттер. Основную сюжетную миссию с вами проходим. Добро пожаловать, усаживайтесь поудобнее, приготовьте с вами там, не знаю, чаек, кофеек, шоколад горячий, может у кого там есть, какао с печенюшками. Усаживайтесь поудобнее и давайте проходить вместе с вами. Ах ты, золотая лоза, смотрите. И давайте вместе с вами будем проходить эту замечательную игру Лего Гарри Поттер. 1-4 год. Проходим основную сюжетку миссии. В принципе, всем остальным, что у нас Хогвартс. Так что у нас уже Рождество, ребят, наступило. Адабар-карабара. Вот такие красивые у нас. Хо-хо-хо. Уже и Рождество, ребят, наступило. Первое полугодие нашего обучения прошли как прям пару дней. Мать, все с шляпами. Красота, благодать. Это тоже моментик из игры. Из игры какой? Из фильма, да? Когда она не хотела открывать нам проход в гостиную Гриффиндора. Гарри, смотри, уже подарки доставили нам. Что мне на этот раз? Мама опять прислала мне свитер. А что тебе? А мне? Плащ. Какой-то плащ-невидимку. Что? Смотри. Теперь мы сможем ходить в женское общежитие. Хау. И никто нас не увидит. Кроме твоего зада. Ха? Так, скажи здравствуйте, дорогой Филч. Сейчас подшутит над ним, смотрите. Что это? Кто это сделал? Давай, Рон, проходи, давай, проходи быстрее. Чтоб тебя никто не обнаружил. Запретная секция, ребята. Куда же этот Дамблдор, интересно, идет, ребята? Интересно. Плащ-невидимка разблокирована. Замечательно, теперь у нас появляется новый, ребят, скиллуха у Гарри Поттера. Это плащ-невидимка, которую мы можем одевать вот так. И такие ходить, и нас даже никто не обнаружит. Нет, вот этого не стоило делать. Теперь знаем, что в красной книге у нас... Нас, короче, поглощает. Замечательно. А где у нас плащ-невидимка? Киси-киси, маленькая ты моя, чё ты тут? Так. Давайте. Эту книгу мы тоже с вами. Что привидение там? А, это нам наоборот, она помогла, кстати. Можем сказать спасибо. Она нам дает котел, и чтобы пройти дальше, мы должны с вами, ребят, компоненты собрать. Вот такие мороженые, цветок и паука. Вот такие странные, конечно, но... Так, сверху видим уже мороженое. Или что? Нет, цветок это цветок у нас. Давайте при помощи Рона мы попадем наверх. И сорвем с вами цветочек. Маленький притом цветочек. Замечательно. Давайте еще раз поднимемся. Наверх. Рон, помоги, пожалуйста. Спасибо большое. Дай бог тебе здоровья. Что тут есть у нас? Что-то скрытое. Не помню. А? Фу, чуть на нас не упал. Представляете, а тут был паук скрыт. Ну давай, бери этой. Замечательно. И все, нам получается остается мороженка. Наше незабываемое зелье. Так, а у вас где книга, мисс? Вам книгу надо еще собрать. Замечательно. Ой, промахнулся.
Так, опусти. Блин. Замечательно. Так, что это у нас тут скрыто от нас? Так ты мороженка, ребят, представляете, офигеть. Вот это сюрприз. Что он там скрыто? Кто-то спрятал мороженку, ребят, на черный день. Так, отойди, отойдем. Взорвалось. Это кабинет Дамблдора или что это? Нет, это не кабинет Дамблдора, я бы помню. Помнил бы кабинет Дамблдора, это что-то другое. Так, смотрите, тут охраняет кошка и Филч при том ходит. Нас, в принципе, не должны заметить. Давайте возьмем эту деталь и присобачим ее куда? Замечательно. Так, нам еще какие-то детали не хватает, да? Так, 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 синюю монетку возьмем, потому что мы знаем, синяя это предтоповая монетка. Топовая самая это фиолетовая монетка. Что у нас тут еще ждет нас? Так, пока серебряные мы не можем с вами разрушать. Это мы знаем точно. Так, подойдите. Желтые монетки тут спрятали от нас. Смотрите-ка. Нет-нет, блин, зачем ты крысу взял? Так. И куда ее? Замечательно. И это у нас получается ключик, да? Угу. Так, главное Филчу не попадаться на глаза. Замечательно, ребят, смотрите как. Так, а чтобы дальше пройти, нам еще нужен какой-то. Так, что-то крики стоят. Ну-ка, Рон, давай хвоста вызывай. Хвост его живо зовут, да, ребят? Напомните в комментариях, кто знает, как его... Этого паршивца мелкого зовут. Так, берем. Открываем. И проходим. Замечательно. Так, тут что у нас? Один из трех. Два из трех. Замечательно. Так, а еще тут будет? Три из трех. И мы с вами подобрали герб. Замечательно, ребят. Так, что нам нужно? Мы видим тут растения, которые боятся дневного света. Выпускаем их. Выпускают они летучих мышей. И летучие мыши что делают? А, мы тут, короче, зеркало Еленолежа вроде бы отыскали. В этом зеркале, ребят, можно видеть самые сокровенные наши желания. Видите? Рон мечтает, чтобы у него появилась возлюбленная, и он стал капитаном команды по квиддичу. А Гарри просто хочет, чтобы у него просто были родители. А что ж Дамблдор видит, ребят, в этом зеркале? Ага. Вы заметили, ребят, интересно? Напишите в комментариях, что бы вы видели бы в этом зеркале, ребят. Я вот не знаю. Я вот, наверное, видел бы себя в окружении друзей и семьи. И уже таким старым пожилым человеком. А, мои друзья, мои родные. Вот, наверное. Напишите, ребят, что вы видели бы в этом зеркале волшебном. С вами был Лайков, ребят. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Прожимайте ваши жирнющие лайки. Пишите комментарии. Будем общаться с вами в комментариях завтра на этом же самом месте в это самое время. Ребят, не болейте, не чихайте. Всем пока.